Новая деревня Владыкино – это коттеджный поселок в 26 километрах от Нижнего Новгорода в Богородском направлении. 30 минут из центра, и вы уже на месте. Для комфортной жизни в поселке предусмотрены все необходимые коммуникации – газ, центральное водоснабжение и электричество. До каждого дома проложены асфальтированные дороги и освещение, а вся территория круглосуточно охраняется. Одна сотка земли в новой деревне Владыкино стоит от 60 тысяч рублей, а готовые дома – от 1,5 миллиона. Стать счастливым владельцем своего собственного дома очень просто. Для этого вам всего лишь нужно обратиться в отдел продаж по телефону 278-02-42. А за сезонными акциями следите на сайте www.vladykino-nn.ru. Кстати, в честь 150-летнего юбилея Горьковской железной дороги всем железнодорожникам здесь предоставляют скидку 5%.